Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась гибкостью своего тела, устроив представление в конном клубе. Балерина навестила коня, на котором раньше каталась ее единственная дочь Ариадна. Волочкова поздравила жеребца с победой в соревнованиях, а потом взобралась на него и растянулась в своем фирменном шпагате. Подписчиков порадовали забавные снимки, но особенно их повеселила формулировка «бывший конь», которую Волочкова использовала в описании к фото. Подписчики оставили вот такие комментарии. Бывшая балерина посетила бывшего коня. Кони тоже бывают бывшими. Ну, хоть посмеялся первый раз сегодня. Писали подписчики Волочковой.